В стенах Ивановской медакадемии губернатор Станислав Воскресенский встретился с руководителями всех высших учебных заведений региона. За круглым столом ректоры обсудили перспективы развития вузовского образования. Главная задача – объединение усилий научных подразделений, академии и университетов. Губернатор подчеркнул, что для повышения престижа ивановского образования вузы должны выступить единым фронтом. Кроме того, консолидация позволит привлечь больше бюджетных денег на реализацию разных задач. Также на встрече обсуждалась возможность создания совета молодых ученых. Мы недавно встречались с ребятами, молодыми учеными, получателями президентских грантов в химтехе. И ребята меня попросили подумать, создать совет молодых ученых, но не ради совета ради совета, а совет, где были бы и молодые ученые, и был бы бизнес, и наш ивановский, и не только, чтобы была какая-то площадка для диалога по возможным исследовательским работам. И я с несколькими корпорациями уже разговаривал, сейчас отдельно об этом поговорим. Они тоже говорят, что в основном сейчас вот в российских вузах как раз вот эти ребята, молодые ученые, они как-то понимают уже более основы рыночной экономики, действительно, и являются оплотом таких исследований. Ну, как это происходит, например, вот в том же химтехе, который я упомянул, но уверен, что и у вас так же происходит.